приехали в деревушку. Называется она Санкт-Николаус. Далеко от Кальтена, да? Да, 569 метров высоты. А здесь ее название я не вижу даже. А как называется она? Санкт-Николаус. И церковь вон там такая красивая. Вот Санкт-Николаус. Вижу. С этих гор мы сейчас спустились вниз. Указатели винных забегаловок. Внизу на карте был маршрут указан, как минимум один винный. Ходишь, может там дегустировать даже можно. Замок вот здесь такой. Приехали в городок Кальтерн. Местные жители называют его центр просто деревня, дорф. Ага. А сейчас скажу высоту. 400 с чем-то метров. Парковка здесь достаточно большая, хорошая. Высота 426 метров. Ну, пойдем в центр. То, что портик называется или как-то. Деревянных дел мастер. Ну, сейчас не об этом. С той стороны хребта знакомая хозяйки вообще почти немецкого не знала на итальянском, а здесь все говорят на немецком.
Возле тех вышечек мы сегодня утром были.